Сегодня в Восточной Грузии температура воздуха 40 градусов. В долинах Кахетии к 12 часам ожидается повышение температуры до 45 градусов. По мнению специалистов, в Кахетии подобное явление наблюдается впервые за последние 100 лет. Если за последние 100 лет такого явления не было, могло бы не быть еще 10 лет. Видал? Ему холодно. Берри! Жалился. Ему там хорошо в тени, не то что нам. Подай. Не надоело камни кидать? Эх! Между прочим, я тоже отдыхаю. Подъем! Что ты машину ломаешь? Вставай, вставай. У тебя от жары в голове помутилось? Перерыв еще не кончился, а он людям покоя не дает. Слезай, ну! Скажи хоть словечко. Гигла. Я вам все прощаю. Бай.
Гигла, друг, не умирай. Нет, умру. Не умирай. Нет. Подожди. Подожди умирать. Скоро Бесо вернется, слышишь? Гигла. Гигла, друг, хоть полчасика потерпи. Как же ты умрешь, не простившись с Бесо, Гигла? Гигла! Гигла! Умираешь, как птичка на ветке. Ой, почему ты умираешь так не вовремя? Воды, воды дай. Сейчас. Умирай. Скоро премию получим, а ты умирать собрался. Куда торопишься? Мою премию я завещаю вам, друзья. Тратите. Купите костюмы и новый москвич. Съездите на курорт. Отдохните немного. Ты только не обижайся, но чтобы выполнить твою волю, премии маловато будет. На этот раз ты прав, а жаль. Гигла, Гигла, друг. Как ты, а? Умирает. Потерпи, сейчас скорая подойдет. Они его спасут. Он у нас правильно лежит? Правильно? Да, правильно. Хорошо. Что-то так, надо его подготовить. Вот. Сюда! Что с ним? Умирает. Алло, 03. 03. Сообщаю. Я прибыл на место. Диагноз еще не поставлен. Я позвоню.
открывай рот и скажи «а». Ну? Ну, открой рот и говори доктору «а». Он плохого тебе ничего не сделает. А. Он может умолкнуть? Умолкни! Замолчи, Гигла! Приготовьте к осмотру. Ах, эх, бедный Гигла. Тише. Тишину прошу. Дышите. Дышите. Глубже. Тише. Переверните больного. Опустите рубашку, то есть поднимите. Не бойся. Ваша профессия? Дорожный мастер и шофер. Встань! Симулянт махровый. Встань. Встань. Ложись. Я? Нет, ты. Ложись. Зачем мне ложиться? Я здоров. Уложить. Ложись, ложись. Я здоров. Не спорить. Ой. Холецистит. Ах. Умрет, доктор? Скажите, ему часто приходится поднимать тяжелые предметы? Его никто не заставляет. Поднимает для своего удовольствия. Ага. Спокойствие, больной, спокойствие. Мы вас вылечим. У него печень несколько увеличена. Атилиум, силициум, коловорат. Несите. В такие годы уже... Ой. Ты почему держишься за сердце? Просто так. Ни слова. Раздевайся. Ложись. Обувь не снимать. Ой, какой сумасшедший день. Бронхиальная астма? Нет. Доктор, может, я умру? Еще не ясно. А, ишемическая болезнь. Нет, нет. Малокровие? Нахожу симптомы дистрофии миокарда. Уточним. Доктор, скажите правду. Я умру? Исчерпывающего ответа на такой вопрос медицина пока дать не может. Давай. Дышите, дышите глубже. Носилки. Меня вызвали к симулянту, но двух его товарищей привезу к вам для профилактики. Увидимся через 20 минут. Приготовь мне чашечку кофе. Туразов носилки давай, туразов больных перетаскивай, туразов машину веди. А сколько для этого человека нужно? Минимум двое. Давай сюда аппарат. Эй, ты симулянт! Тебе говорят! Мне? Да, да, иди сюда. Помоги, чего ты на меня уставишься? Разве я отказываюсь? Осторожно, носилки не сломай! А в основном из-за твоих фокусов заболел. И я тоже. Будешь теперь один работать. Попробуй только не перевыполнить план, лодыр. Жулик, симулянт.
библиотеке захотел. Поведешь, в самом начале квартала. Я тебя из-под земли достану, так и знай. Gobli 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 gob